если есть уже свое художественное реноме какое-то. И, в общем, они хорошо воспитаны, они очень хорошо образованы. И не только высшая система высшего образования, в которую они попали, не все попадают в систему высшего образования, а образованные и мастера, они просто сами с собой работают. Это удивительное качество моих молодых коллег, что они просто удивительны совершенно. К сожалению, мы вот работу моего коллеги художника не видели здесь, в этом фильме, она в атмосфере просто погружена в такой полумрак, но когда мы будем в Эрмитаже делать, мы покажем ее, предъявим ее по-настоящему, ее можно будет увидеть, но это, конечно, это серьезный поступок. Это очень серьезный поступок, на самом деле, художественный для молодых людей. Теперь скажите, пожалуйста,